Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Тимоха Лайф. И сегодня мы поговорим о тех функциях на своем телефоне Xiaomi, которые очень много расходуют батарею и при этом снижают продолжительность пользования нашим телефоном. Давайте представим такую ситуацию. Купив новый телефон, вы могли замечать, что через некоторое время он начинает все меньше и меньше держать заряд батареи и быстро очень садится. Сегодня вам покажу и расскажу, что нужно сделать, чтобы ваш телефон держал заряд батареи намного дольше и не так быстро, конечно же, садился. Эту информацию я взял с сети, где был выложен такой пост от генерального директора компании Xiaomi, в котором он более подробно рассказывал, какие функции наибольше садят телефон и на что нужно обратить свое внимание. И насколько в мельчайших деталях, в процентах это все садит. Проверяйте у себя, а перед этим роликом прошу, конечно же, всех поддержать лайком и подписаться на мой канал. Итак, первая, самая прожорливая настройка, это, конечно же, GPS-локация. Кто бы мог сомневаться, да, что вот эта вот настройка будет так много хавать. Но она действительно очень много кушает. И если она у вас включена, то, конечно же, ее отключайте. Это тот же самое местоположение на вашем телефоне. Кто не знает, вот она, если у кого-то включена, то, конечно же, сразу отключайте. И таким образом вы сэкономите заряд аж на целых 18%. Вы могли об этом когда-то знать? Наверное, нет. Вторая настройка, это когда у вас включается Wi-Fi автоматически. То есть после обновления появилась такая настройка, что Wi-Fi может включаться автоматически, когда это ему нужно. Где же эту найти настройку? Заходим в настройки, находим пунктик Wi-Fi. Следующую настройку, это помощник Wi-Fi, вот так вот. И здесь у нас будет включать Wi-Fi автоматически. Вот этот пунктик, мы его, конечно же, должны выключить. Вот так вот, выключаем. То есть я его сейчас, видите, включил. И мы его должны теперь выключить. Он работает, даже если у вас геолокация отключена. Так что проверяйте на своем телефоне и, конечно же, эту настройку тоже выключайте. Не нужна она нам на телефоне, это 100%. Следующий, третий пункт, это дисплей. Дисплей расходует заряд батареи на целых 15%. То есть 15% заряда улетает практически никуда. Для того, чтобы его правильно настроить, и он так не садил телефон, нужно зайти опять-таки в настроечки, найти пунктик, который называется «Активный экран и блокировка». На моем почему-то Xiaomi нету такой функции, но у вас она должна быть. Блокировка экрана вот здесь вот. И здесь будет у вас яркость. И здесь у вас будет такая настройка, как активный экран. Мы ее должны выключить. У меня нету. Напишите, если она у вас, потому что у меня Poco X3 Pro. Может, из-за того, что у меня другой экран, у меня, конечно, этой настройки не будет. Но она садит действительно 15%. Следующая настройка, к которой мы переходим, она опять-таки находится в настройках в пункте «Экран». И здесь у нас будет такой пункт, который называется «Яркость». Вот, находим яркость. И здесь, если у вас вот этот вот включена настройка, автонастройка, мы ее должны отключить, потому что она садит 14% нашей батарейки. Ну и я советую вот так где-то наполовинку сделать, чтобы не так садилось. Я же снимаю ролик, то у меня практически сейчас будет на полную катушку, чтобы вам были все процессы, что я делаю, видны. Следующий, пятый пункт, это автозапуск приложения. Он садит 11%, когда у вас автоматически запускается приложение. Но мы с этим ничего сделать не можем, потому что если мы ограничим доступ тому же самому Вайберу, тому же самому Телеграму, ТикТоку, Ютубу, то нам не будут приходить, соответственно, уведомления. И мы с этим ничего, как я уже ранее говорил, сделать не можем. Следующий пункт, который тоже берет 11%, мы можем это справиться. Это фоновая активность приложений. То есть, если вы зашли вот так, вот сюда, сюда зашли, там сюда зашли,
то у вас эти приложения остаются в фоне. Как же это сделать? Сразу же советую не затягивать, а вот так вот все закрывать, чтобы у вас никакие приложения не были в фоне. Таким образом, вы сэкономите целых 11%. Еще одна настройка, которая берет 6%, это Bluetooth. Если у вас включен Bluetooth, а вы ним не пользуетесь, то знайте, что он у вас будет хавать аж целых 6%. Так что советую его всем выключать. Хотя сейчас многие используют наушники, я тоже, когда на тренировку хожу, включаю наушники и пользуюсь Bluetooth. Но после их выключения я всегда стараюсь выключить Bluetooth, чтобы не так садилась батарейка. Так что прислушайтесь к этим настройкам. Ну, еще он рассказал, что функция, там многие другие функции, они берут 0,4%, 0,2%. Это, я считаю, мало, и про них я рассказывать не буду. Но одна из таких новшеств, которая меня заинтересовала, я вам обязательно расскажу, это функция 5G. К примеру, у меня в стране, в Украине, у меня нету этой функции 5G, но она практически садит 0,5%. Согласитесь, мало, но все равно расходует, даже если у вас его нет в стране. То он у вас может просто быть включен, и идет постоянный поиск этой сети. Если у вас телефон с 5G, а сейчас очень многие телефоны рекламируют 5G, купите с 5G, отлично все, то ее можно проверить. То есть заходим в настройки, ищем такой пункт сим-карты и мобильные сети. Здесь у нас заходим в расширенные настройки и смотрим, нету ли у нас включено этой настроечки, потому что заходим, к примеру, на сим-карту свою, да, и тут у нас предпочтение, предпочтительный тип сети. Как видите, у меня телефон не поддерживает 5G, у меня стоит предпочтительно 4G LTE. То есть у меня 5G нет, у меня этой настройки, соответственно, не включено. Ну и, конечно же, бонусом расскажу вам о том, про один секрет, что в каждом приложении есть куча рекламы, и благодаря этой рекламе, конечно же, садится телефон. Давайте зайдем в стандартных приложениях, разговаривая, говорится об этом. Давайте, к примеру, зайдем в проводничок. Дальше у нас три точечки, три полосочки в самом верхнем углу. Нажимаем на них, и здесь у нас будет такой пунктик, который называется «Настройки». Кликаем на «Настройки», и здесь мы видим следующий такой пункт «Получать рекомендации». Вот в пункте «Информация» у нас «Получать рекомендации». И когда мы получаем рекомендации, соответственно, выскакивает реклама и садит этим батареи, потому что для рекламы, для того, чтобы активировать эти все настройки, нужно много затрат было от батареи. Вот такие вот способы намного улучшить батареи, то есть снизить расход батареи. Когда купили телефон, этих настроек они практически могут быть выключены или еще не активированы, или еще вы их не обновили телефон. Но когда вы обновили, на телефоне очень много, как вы видите, разных функций, и действительно они садят очень сильно батарейку. Надеюсь, вам эти настройки, вы их отключили, попользуйтесь там несколько дней, а потом напишите мне в комментарии, снизился ли расход батареи, или вы увидели, что ваша батарея стала намного держать дольше, те же самыми функциями вы пользовались, но батарейка действительно стала держать дольше. С вами был Тимоха Лайф, если видео понравилось, поддержите его лайком, чем больше ваших лайков, тем больше вот таких вот будет крутых и мега полезных видео для вас, дорогие друзья. С вами был Тимоха Лайф, до скорого, всех люблю, всех целую, пока-пока.